Всем привет, YouTube привет. Видео сегодня будет немножко другого фасона. Вот у нас тут появился новый сухпай. Новый он для меня. Вот. Называется индивидуальный рацион питания номер 7. Семерочка. Вот делают его у нас город Грязи, Липецкая область. Ну, это, скажем, город практически рядом с городом Липецком. Давайте откроем и посмотрим, что же в этот паёк входит у нас. Я, к сожалению, один, поэтому буду и снимать, и комментировать. Ну, собственно, много времени не стоит этому уделять, но, как говорится, посмотрим, что там. Вскрыли упаковочку. Вот так. В таком виде нам представился паёк. Значит, это персик, напиточек, малина. Запах вкусный. Насколько я так понимаю, это витаминчик. Дальше у нас идет 3 упаковочки сахар, 3 ложки, вилка. Дальше спичечки вот такие красивые, модные. Это у нас паштет нежный, вкусная штука. Дальше у нас идет паштет печеночный. Что ж такое-то, не наводится. Печеночный паштет. И еще у нас идет, значит, вишня, значит, тоже 3 напитка. Вишня, персик и малина получается. Дальше. Это у нас повидло. Теперь идут у нас галеты. Это галеты из муки пшеничной первого сорта. Вот это. А это галеты из муки пшеничной обойной. Честно говоря, я разницы особой не вижу. И те вкусные. Дальше. Это у нас мясо с зеленым горошком и с морковкой. Дальше. Каша рисовая с говядинкой. Затем вот 3 салфеточки. Это у нас пик консервированный, икра из овощей, шоколад вот такой, опять витаминчик попался. Дальше тефтели из говядины, дальше пюре из яблок, сырок плавленый, ну тут жвачка, чай, кофе, сливки, ну и так далее, как и везде, собственно. Вот, поливитаминчик, вот он идет. А, так это, наверное, не поливитаминчики, это аква чего-то. А, понял, это в воду кидать, обеззараживатель воды. И тут, естественно, вот он, 3 штуки. Ну, это тягелетик, мангал, на чем жарить, так сказать. Вот он, поливитаминчик. Так, перец почему-то он уже тут немножко, так сказать, вспотевший, масло опустил. И вот майский чай, кофе, майский чай, а здесь сливки. Сливки, наверное, перебьетесь, без сливок попьете. Решается. Ну вот и все. Вот тефтели, я уже говорил, сырочек плавленый и все. Собственно, вот такой у нас паёк получается. Вот. Всем спасибо за внимание, кто смотрел. Вот такая штука. Спешу поделиться. Ну, нет, сори, я просто проглядел. Вот они, сливочки, все есть. Все нормально. Так что все, в принципе, здесь паёк положено. Вот как и другие, просто вот
Я извиняюсь, просмотрел. Так что все, паёчки есть. Все, всем спасибо еще раз. Пока-пока, до новых встреч. Придет тут скоро новый паёк, не знаю какой. Ну, тоже обзорчик я выложу. Для тех, кто интересуется.